Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по велицей своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Один из них был просвещенным иудеем, безумно ненавидящим Христа, Христа. Другой обычным рыбаком из Галилеи, чья участь тяжкий труд и нищета. Свершилось чудо, прикоснулся Господь коснеющий грехе сердца. И Саул от сна духовного проснулся, Христову правду приняв, Павлом стал. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Духом пламенейте, Господу служите. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. О горнем помышляйте, а не о земном. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Любовь есть исполнение закона. А Петр, оставив рыбарские мрежи, без сожаления не колеблясь ни на миг, презрев соблазны скудной жизни прежней, в Христа уверовав, последовал за ним. Послание святого апостола Петра, чтение. Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Святую мудрость вам отдай мне, Боже, Петрову ревности о Господе любовь. Дай навсегда проститься с новой ложью, чтоб следовать повсюду за тобой. Чтоб следовать повсюду за тобой. Чтоб следовать повсюду за тобой. Апостолов первоверховницы и вселенью учителей, владыку всех молите, мир вселенней даровати, и душам нашим велию милость.